Сверим наши песни. Таков народный девиз зимнего фестиваля имени Валерия Грушина. Впервые барды собрались холодным февралем в 1978 году. Эта добрая традиция осталась неизменной. В следующем месяце больше 4000 любителей авторской музыки вновь сыграют вместе под одной крышей. Сначала в областной библиотеке, потом в филармонии. Организовывать праздник помогают власти города и области. Я искренне благодарен губернатору, который настолько как-то бережно, тепло относится к этому празднику, как он туда приезжает, не просто как там высокопоставленный человек, мэр Самары Олег Борисович Фурсов, вот о чем его не попросишь к фестивалю, он очень внимательно ко всем нашим просьбам. Программа фестиваля постоянно меняется. В прошлом году зрители увидели большой поэтический концерт и даже спектакли. Теперь гостей ожидает и вовсе экспериментальное представление, секреты которого пока не раскрывают. Готовится даже детская программа. Праздник приобретает мультижанровый формат, но в своей основе остается добрым и светлым. Очень хорошо в этом году подобраны люди неожиданные. То есть Алексей Ващенко и Тимур Шаов. Это да, две разные, два разные мира, две разные. Интересно, как они будут. Вот, интересно, как это две вселенных будут пересекаться и вместе существовать. То же самое и наш концерт вот на троих. Я не понимаю, каким он будет. Фестиваль пройдет в Самаре с 17 по 19 февраля. В этом году в программе 4 концерта и творческая встреча. Барды сверят песни, чтобы снова собраться вместе уже летом. Сергей Ромашов, Сергей Баскин. События.